Здравствуйте, сегодня я на своем подоконнике экспериментальном расскажу, как быстро почистить апельсин. Вот этот апельсин. Вот смотрите. Класс. Да, класс. Чистится быстро. И восстанавливается тоже. А весь фокус в том, что когда отсюда была съедена вся мякоть, вот эта шкурка просто была поставлена на место. Так, на место поставлена. Сейчас мы ее на место. Вот. Ну, просто ударяем, и она отлетает. Разве не класс? Класс.